Здравствуйте, мои дорогие зрители, вы на канале Тани из Англии. Смотрите, что я нашла в Сургуте. Это Биг Бен. Даже не ожидала, что Биг Бен я смогу найти в России. И не надо ехать куда-то в Англию, в Лондон, чтобы увидеть Биг Бен. Мы находимся в гостях у сестренки, она живет у меня в Сургуте. И вот такой Биг Бен здесь. Это школа иностранных языков. Ну, наверное, преобладает английский, конечно, язык. Покажу вам. Сама, конечно, была удивлена, была в шоке, что можно найти такое здание. Но молодцы, конечно, это такое знаменитое здание, Биг Бен, которое известно на весь мир. Но вот мы когда были в Праге, там тоже есть Эйфелева башня, как в Париже. Она тоже мини, и это тоже мини-Биг Бен, но тем не менее. Такие знаменитые здания, они копируются и потом строятся. Я просто вот сейчас вокруг покажу город. Город Сургут. Здесь вот остановка. Такие простые наши обыкновенные дома российские. Оно здесь, правда, плохо их видно, потому что деревья закрываются. Вот видите, вывеска на русском языке. Доказательство того, что все-таки мы находимся в России. Приблизило немножко. Еще раз показываю вам. Обратно подальше. Вот такой Биг Бен. Вот такое чудо. Мы нашли, я так обрадовалась. Думаю, надо же, какое здание. Такое достопримечательность, такая достопримечательность Сургута. Скорая помощь. Дорогие мои, спасибо вам большое, что вы были на моем канале. Подписывайтесь, может быть, вы первый раз на моем канале. Я буду очень рада. До новых встреч, мои дорогие друзья.